Приветствую, если вы хотите подарить гигабайты родственникам, друзьям и родным или близким людям, заходим в мой номер, заходим в интернет, это мой тариф, то есть ваш тариф, дата списания, заходим в интернет, у нас есть дари гиги, вот. Выбираем абонента, доступно для передачи, вот. Остаток останется у меня. Я могу изменить гигабайты. Например, могу подарить 2 гигабайта. Ползунок. Нажимаем «Подарить 1 гигабайт». Подтвердить передачу на номер будет отправлено 1 гигабайт. Срок действия трафика для получателя 3 дня. У тебя останется вот. Могу изменить количество. Подтверждаю. На номер отправлено 1 гигабайт. Все понятно. Придет уведомление. Так, теперь давайте узнаем, на какие номера не получится. Аннулированные номера, заблокированные номера и так далее. Ставим лайк, подписываемся.